на публику? Что вам больше всего нравится в поведении зрителей? Где, по вашему мнению, публика благодарна в России или за рубежом? Давайте расскажем. Мы привыкли, что в нашей стране, естественно, родные люди, и воспринимается все у них, говорится язык, удобно общаться со сценой. Но в этом году мы были второй раз уже. Третий раз были в Америке. И у нас был большой гастрольный тур. И мы, честно говоря, ожидали, что, учитывая, что это Америка, даже брак, политическая ситуация, просто что в любом случае разговаривали, пусть там была иммиграция, но в том числе были американцы, и там совсем по-другому восприятие, и люди, другой менталитет. Вот, и нас поразило, что был очень теплый прием, то есть практически в каждом городе был сумасшедший прием, За рубежом, как правило, люди скучают по родной музыке, по родной речи и по... И мы для них глоток, там привет с родины, глоток издалека, да. Все дело в том, что несешь. То есть если зрителю ты хватит тому той энергетики, тому посылу, который ты несешь со сцены. Даже самый замороженный и присыщенный зритель, он все равно реагирует на настоящее. Это человеческая натура, человеческая душа, она реагирует на настоящее. Вообще в России нас очень Да, последние два года такое. Особенно вот не касаясь Москвы и Петербурга, вот люди, где более открытые, более в центре. Ну вы сами солнышко, как вам удается сохранять вот эту чистоту? Я, честно говоря, просто в восторге и даже удивлена чуток. Придут такие девчонки. Да нет. Во-первых, все мы солнышки. Работяги. Работяги, солнышки. Главное работать. Вот еще три солнышка. Еще солнышки. Еще Давай, еще один.